логистику надо правильно устраивать. И складскую. Складскую, да. Резидент индустриального парка «Чистополь» знакомит Олега Морозова с планами по расширению производства с особенностями работы. В обувной компании показывают ассортимент выпускаемой продукции, спецобувь, которая поставляется в самые разные регионы страны. Парламентарий вместе с руководством района оценивает эффективность парка. Мы, когда принимали соответствующее законодательство, вставал вопрос, насколько пойдут туда инвесторы, насколько это будет востребовано. И насколько это будет давать эффект? Вот сейчас я говорю с представителем собственника. Те условия, которые здесь предложены собственнику, дают возможность совершенно спокойно, эффективно привлекать средства и свои, и заемные кредитные, вкладывать, создавать здесь рабочие места. Вот в этом производстве обувном 130 рабочих мест только на этой площадке. Всего в индустриальном парке сегодня активно развивают свое производство 13 резидентов. Они занимаются производством металлических конструкций, электротехнических изделий, оборудования для нефтяной и газовой промышленности. Здесь же находится теплица. В промышленных масштабах выращивается зелень. Это говорит о том, что сама по себе форма индустриальных парков и территория опережающего экономического роста, она привлекательна для инвесторов. А нам сегодня, в условиях того, что у нас санкции, в условиях того, что мы сами должны развивать свое национальное производство, это принципиальный вопрос. В процессе своего визита в Чистополь Олег Морозов посетил и один из вузов. Здесь он в пятый раз вручил именную стипендию лучшим студентам. В число обладателей морозовской стипендии вошли 4 студента, будущие инженеры и экономисты. Все они отличники и занимаются активной общественной работой. Парламентарий вручил сертификат о присуждении именной стипендии Алимхану Утенову, Екатерине Бочкаревой, Екатерине Лаптевой и Дарье Даниловой. Стремились как-то к ней? Ну да, конечно, с первого курса. То есть я во всех мероприятиях старалась участвовать. Вот. И, конечно же, учиться хорошо. И приятно, когда ты так отдаешься КАИ, и потом тебя вот так награждают. Всем большой привет, до следующей встречи.